Док-хантеры в Нижнем Новгороде подготовили новые ловушки для собак. Если раньше это был розовый снег, снег, смоченный отравляющим веществом, то теперь раскидывают просто смертельное лакомство. Вот он, черный пакет. И там вот, собственно, вот это вот. Я так предполагаю, что вот эта колбаса, это мясные кусочки, наверное, пакетики собачьи. Вот это вот таблетки. Вот таблетка осталась. 26 таблеток нашла. Целых. Собаке этого будет вполне достаточно, даже если она пару кусков съест. Снег рядом подтает. Собака просто, ой, ну там, набегалась и начала снег хватать. Все. То есть я тоже этот попал от таблеток. Уже четвертая находка за начало зимы. Куриные крылышки, мясо, как фрикадельки такие вот буквально вот маленькие. 70-летний дедушка в соседнем дворе. Его укусил немецкая овчарка. Он начал травить всех. Была ситуация в соседнем районе, там бабушка травила тем, что было дома. То есть просто вот сумасброд таблеток, вот эта вот адская смесь, она их раздала, вот там, не знаю, как толокла, не знаю, как это правильно. И вот мешала с чем-то и кормила котов. Но собаки же не могут ответить. И, может быть, их радует вот это, вот там кто-то страдает,